Сертификат на сумму 230 тысяч белорусских рублей вручил главному врачу Брестской областной клинической больницы Александру Карпицкому директор общества с ограниченной ответственностью «Агропродукт» Олег Теслюк. Областная больница тратит немалые суммы на обновление медицинского оборудования. Только на его ремонт уходит от 800 до 1 миллиона белорусских рублей ежегодно. Слава Богу, что Брестина богата на людей, которые не жалеют денег. На людей, которые помнят о том, что кроме них есть еще люди, которые нуждаются в какой-то материальной помощи. В этой помощи нуждаемся и мы. Мы покупаем новое оборудование для аппарата, новые для дробления камней в почках и мочеточниках, в мочевом пузыре. Мы за эти деньги купим, это частичная будет оплата, операционный микроскоп для лор-операционной, который необходим для выполнения операции на ухе, для улучшения слуха у пациентов. Вот вы слышали о том, что будет меньше инвалидов у нас, в том числе и в больнице, и на Брещине. 1 миллион долларов ежегодно нужно Брестской областной больнице для того, чтобы она шла в ногу со временем, и горожане получали только самое лучшее лечение. И благодаря спонсорской помощи и поддержке государства удается собрать нужные средства. 230 тысяч рублей не просто деньги, это сотни удачных операций, а вместе с тем и сотни здоровых и счастливых людей. Год назад я для себя выбрал такую позицию, что большую часть помощи это будет идти там на здравоохранение, на помощь там каким-то больным детям, ну, с заболеваниями тяжелыми и прочее. В прошлом году мы подавили Каменецкой больнице скорую помощь. Вот поэтому такой процесс постоянный и как-то дает возможность чувствовать себя более, увереннее, сказал бы так, или серьезнее, может быть, уже. Самое главное для человека – это здоровье. Все мы в той или иной степени пользуемся услугами медицинских работников. И у нас есть куда обратиться и при этом получить достойное лечение. А уровень медицины в нашей стране очень высок. И это во многом благодаря неравнодушным людям.